Для улучшения демографии в первую очередь нужно менять сознание людей. Да? Конечно, та финансовая помощь, которую предоставляет государство, она все-таки невелика. Она дает какой-то старт на начальном этапе. Но это абсолютно не те суммы, которые затрачиваются родителями за все время, когда они растят детей. Поэтому в первую очередь нужно менять сознание и психологически воздействовать на людей, которые собираются завести детей на пары. Все.